вот сейчас видно, что команда японцев выиграла со счетом 0-10. Это был разгром. Россия плакала. Китайцы смеялись, но все-таки Россия все-таки проиграла, потому что она забила никакой гол. И она проиграла в водном футболе, к сожалению. Теперь в следующий раз будет играть казаки и Япония, потому что Япония прошла у нас полуфинал и во следующий тур. Как вы там поживаете? Но отдых продолжается там, но футбол все равно сейчас отменили, сейчас у них перерыв, и мы встретимся через 20 минут на летнем футболе. И будет там играть Россия и Италия. Да. Ну, могу сказать, что Россия или Италия будет играть по счетам, будет играть, я уже смотрел в интернете, со счетом 0-0. Пока что они вчера забили один гол, итальянцы, но все равно сосчитали, не сосчитали гол, Россия и Италия не засчитали гол, когда уже был второй период, потому что когда и зачитали вчера гол, и, к сожалению, камера сломалась, и мы не смогли снять подобные явления. И когда я был на фонтане, тоже нельзя было снять, потому что у меня камера немножечко плохо работает, но я все равно играл на улице, потому что я не мог в Инстаграм. И потому что я боялся, что я намочу и так далее. Ладно, хорошо. Когда будет следующий футбол? Он будет сегодня, уже летний, уже на траве будет, а не на воде. И будет уже, по-моему, где-то к ночи. Где-то уже 3 часа ночи, если камера будет хорошо работать, или мама разрешит, тогда мы снимем фильм. Бразилия, Италия будет играть у нас в 19 часов, ровно в 19 часов, и завтра казаки и Россия в летнем футболе на траве будет играть в 10 часов 18 минут. Хорошо. Я пошла. И как мы слышали, завтра будет играть, сегодня будет играть Россия и Бразилия в полуфинале. И перейдем к страшной теме. Перейдем к войне. Сегодня война у нас наступила на край США и Россия. США первый раз получила тревогу. Сегодня там была атомная бомба. Атомная бомба взорвалась и началась война. Сейчас мы полностью не можем снять, потому что там плохая видимость. Ладно. Ничего. Вот так вот. Просто захотел. Фу. Ну ладно. Все, мама нам разрешила. И будем мы снимать. Вот. Простите, что мы только что мы выключились, потому что, как я говорил, плохая видимость. И мы продолжаем. Потому что плохая видимость. Плохая видимость. И все. И перейдем к салюту. Сегодня, вчера отпраздновали. Россия отпраздновала отдых России. Сегодня все пришли на фонтан
и отдыхали, как нормальные. Ладно, всем пока, всем удачи. С вами был котенок. И с вами была Люба. И сейчас будет кино о теме, как выживали Люба и я. Ладно, всем удачи, всем до свидания. Если что, пишите в комментариях, ставьте пальчики вверх. И завтра будет новый голос. Потом мы скажем, кто победил. Завтра у нас голос дети. Как я говорил, сегодня у нас не финал. У нас сегодня второй поединок. Сегодня будет играть Катя Дожинская и Максим Дулин, который вышел тоже в финал. Если они придут, то да-да, они пройдут настоящий финал. Не пропустите. Ровно в 10 часов. А сейчас смотрите фильм, как воевали Люба и Степани. С вами были новости. До свидания и до новых встреч. Встретимся ночью. Делимся после фильма и после футбола.